Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы хотим вам представить сырный супчик, который у нас был снят в 2016 году и забыт на долгое время. И сегодня почему мы его хотим вам показать? Никто не забыт и ничто не забыт. Ну, мы так посчитали. Времени совсем нет снимать, потому что полдня по больницам бегаю, никак еще. Сейчас на лечении нахожусь. Поэтому вот хотим вам очень-очень показать этот сырный супчик. Он был снят еще у нас в той комнате, в зале. Она же была, этот зал был спальней у нас, и кухней, и, короче, и гостиной. Все подряд в этом зале происходило у нас. Пока здесь у нас пола не было, стены шпатлевались и так далее, потолка не было. Поэтому так все происходило. И снято, конечно, у нас было на фотоаппарат. Видеокамеры у нас тоже не было. Видеоредактора у нас тоже не было. Видеоредактор нам купила дочь, подарила вместе с ноутбуком. Спасибо. И вообще и нас самих не было. Спасибо ей огромное. Ну, видео у нас осталось с 2016 года. И мы очень хотим вам его показать. И чтобы и еще мы вас очень-очень просим, чтобы вы нас поддержали, ну, своими лайками, дизлайками и комментариями. Побольше комментариев. Чем больше комментариев, тем для нас лучше. Это как бы для нас зарплата наша. Мы сейчас начали ставить видео, и, естественно, сейчас у нас начинается заработная плата на Ютубе. Мы уже получили вот... когда недавно, на днях, $112, мы были безумно счастливы. Не знаем, в какую дырку их затолкать, правда, честно сказать. Бешеные деньги такие. Да, все надо, и куда их деть в первую очередь, ну никак не можем представить. Как Леня Голубков, куплю жене сапоги. Ну вот, вот про сапоги вообще отдельная тема. Ну, друзья мои, посмотрите, пожалуйста, видео, поддержите нас, а мы постараемся восполнить то, что мы не снимаем видео. Да, после того, как вылечимся. Всем пока, всем приятного просмотра, побалдейте с нами там. У меня, правда, там видон грустный. Ничего балдежного нет. Не, да. Ну я буду, когда редактировать, ставить, я постараюсь что-то там изменить. Может, все-таки будет повеселее чуть-чуть. Ну видон у меня, правда, был грустный. Жизнь грустная. Ладно, всем пока, до встречи. Пока-пока. Всем привет, друзья мои. Сегодня вы вновь на моей кухне. И сегодня мы будем готовить сырный суп. Для этого я приготовила 300 грамм шампиньонов. Я их очистила. 150 грамм луковица. 100 грамм моркови. 400 грамм картофеля, 120 грамм охотничьих колбасок, 2 сырка, зелень, соль, подсолнечное масло. И у меня этот суп будет вариться на курином бульоне. Я сегодня сварила куриный бульон, сейчас я его разогреваю. И приступим к приготовлению. Начнем сразу с моркови. Трем морковь на терке. На крупной терке тру морковь. Я ее буду обжаривать. Обжаривать буду на подсолнечном масле. Если бы я варила без куриного бульона, можно бы было ее обжарить на сливочном масле. И также по желанию можно колбаски не добавлять. Все, что вам нравится, можно добавлять в этот супчик. И также можно добавить 4 сырка, а не 2. Ну или 3. Чем больше, тем лучше. Так, приготовлено. Сейчас буду крошить лук. Крошим лук помельче. С
сковорода у меня разогревается. Сейчас будем обжаривать. Сковородку я добавляю 2 ложки подсолнечного масла. Пускаю морковь. Здесь у меня уже почти разогрелся бульон. Так, пока морковь обжаривается, чтобы не терять время, я покрошу картофель. Картофель я крошу кубиками. Морковь вот 2 минуты обжарилась. Добавляем лук. Слишком долго я жарить это не буду. Немного только. Все перемешали. Оставляем минутки на 2, на 3. Продолжаем дальше крошить картофель. Сейчас надо будет его уже добавлять в бульон. Бульон закипел. Опускаю картофель. Закрываю. Так, здесь уже прошло 2-3 минуты. Сюда нужно срочно закидывать грибы. Крошим грибы. Будем их добавлять. Добавляем грибы. Тоже буквально 2-3 минуты их обжарим в сковороде. Значит, этот суп готовится очень быстро. Все нужно делать в темпе. Забыла сказать еще, для того, чтобы сырки хорошо натирались, их можно предварительно класть в морозилку. Тогда они будут отлично тереться. Но они и так потрутся, конечно. Можно сырки не тереть на терке, а порезать кубиками. Тогда, когда в супе будет попадаться кусочек, будет приятно его скушать. Тоже так можно. Я тоже так делала. Так, сырки готовы. Там бежим мешать. Я убавила, конечно, на 1. Тут кипит уже бульон с картофелем. Сильно долго держать не будем. Все, это у нас уже все готово. Перекладываем это в кастрюлю. И теперь здесь оставляем ее, ну, минутки на 4. Пусть кипит. Режу охотничьи колбаски. Ну, примерно по 0,5 сантиметра толщиной. Как приятно будет пахнуть наш супчик. Так. Добавляем это тоже в суп. И еще чуть-чуть, и еще маленько. И будет все готово. Режем петрушку. По желанию можно не добавлять.
если вы не любите. Также у меня из зелени лук и укроп. С заморозки достала. Так, солим. Мы еще не солили. Сейчас я буду добавлять сюда сыр и буду помешивать, чтобы он комочком не схватился. Я буду по чуть-чуть добавлять и помешивать. Вот кто желает, можно сюда добавить чесночка. Я не желаю. Все, сыр я добавила. Теперь размешаю хорошо. Закипит. И минутки 3-4 можно выключать, пусть настоится. Вот осталось еще примерно 2 минутки до выключения. Я добавляю зелень. Сырный суп готов. Всем приятного аппетита. Готовьте вместе с нами. Всем пока!